Я считаю, что в нынешней ситуации, когда происходят серьезные политические изменения в мире, различные государства пытаются сыграть свою игру. И очевидно, что Азербайджан, понимая, что сейчас усилия Российской Федерации сосредоточены на решении украинской проблемы и решении задач противостояния с коллективным Западом, попытался сыграть свою игру. Но я думаю, что у Российской Федерации достаточно ресурса для того, чтобы объяснить и, в общем, решить возникшую проблему. Я вам скажу, что министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу позвонил министру обороны Азербайджанской республики по поводу всех уже вот этих неприятных инцидентов, которые возникли. Я думаю, что не надо объяснять, какие, о чем шла речь. Да? Я считаю, что данная ситуация, она вполне решаема, поскольку для Российской Федерации ситуация в Нагорном Карабахе является в политическом смысле, в военно-политическом смысле критически важной. Поэтому предстоящие, и я как понимаю, сейчас возникшие очень активные переговоры между Москвой и Баку как раз и нацелены на то, чтобы ситуацию эту сгладить. Будем надеяться на логичное мышление азербайджанской стороны. Потому что в нынешней ситуации российской стороне долго вести переговоры, у российской стороны нету возможности. Нужно решать очень быстро все эти задачи. Потому что задач очень много. И азербайджанской стороне нужно понимать, что российская сторона может действовать очень решительно, если поставленные ей вопросы не будут удовлетворены.